Привет, дорогие друзья, с вами Дарид, я зашел на Куб Безумия, тут вот что творится, тут обновление, я такого не видел, я пока что младший рекорд. Не забудь поставить палец вверх, если ты хочешь больше видео по Куб Безумия, я обязательно буду снимать куча видео. Давайте, например, 500 пальцев вверх, я думаю, это под силам, если сильно постараться. Так, ну что ж, донатики. Будут донатики, ребята, если хотите. В общем, Go играли. Прикольно, очень классно сделано. Я готов. Пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам. Ты еще не поставил палец вверх? Обязательно поставь, пожалуйста. Палец. Будет больше серий, обещаю. Прям вот ты мне потом покажешь. Ты обещал, что будет больше серий. Я посмотрю, о, действительно, я обещал. И будет больше серий. Так, ладно, это классный шутер. Что-то происходит. Что у меня есть? У меня есть вот такой крутой револьвер. У меня есть лопата. Так, ей можно вот так делать. Ладно. Ух ты же, ёлки-палки. А у меня что, снайперские винтовки нету? Классно. А чё, каждый за себя, что ли, или как? Как тут играть? Ну что ж, продолжим. Ох ты, как это было замедленно. Ладно, у меня есть, знаете что, у меня есть граната. И аптечка у меня есть, если что. Если что, у меня есть аптечка. Понял. Вот так вот тебе, понял? И тебе вот так вот в хедшот тебе прям. Чтоб не бегал тут. А кто это стреляет? Это я стреляю. Я научился играть. Аккуратненько только. Ребят, только аккуратненько. Грибочки. Не отвлекаемся на грибочки. Так, ладно. Все, не смотрим на грибочки. Это мухоморы, нельзя их есть. Ребят, по-моему, я с ума схожу. Так, отлично. 4-2. Если ты не хочешь, чтобы я сошел с ума, поставь палец вверх. Ух ты, вот это да. Давайте подлечимся, у меня же есть аптечка. Вот. Отлично, классно я его. Ребята, мне это начинает все нравиться. Меня со снайперки убили. Я такое хорошее место занял. Я вообще в следующей серии, наверное, я донат сделаю. Это же СКС, да? Карта СКС. Так, надо подлечиться. Ух ты, граната. Хедшот, понял? Четырёга. Чё он летал? Мне это все нравится, ребят. Нет? Я влюбился в эту игрушку, все. Да, ребят, это из CSGO. Только там дверь. Вообще-то. Блин, я не успел подлечиться. Я и на первом месте отвечаю. Я хотел бы быть на первом месте. Кто-то сзади подошел, стрельнул и ушел. Минус 19%. Почему я это называю проценты? ХП. Минус 19 ХП. Блин, я не туда пострелил. Пока в этой игрушке меня не узнают. Это временная
выстрелы. Это сна. Не, конечно, не очень приятно, когда меня узнают, ребята, на самом деле. Это я так шучу. Красавчик, смотрите. Давайте посмотрим. Какой красавчик, смотрите. Классно. Пистолет тоже можно посмотреть. Вы были убиты, Цезарь, хедшот. Классно сделано, ничего не скажешь. Молодцы. Молодцы разработчики. Молодцы, красавчики. Уйди с моего места, мое место. Ты тоже уйди. Нечего тут ходить. Ой. Давай теперь зарядимся. Кто это стреляет, да? Кто это? Я стреляю. Вы убиты? Или... А, я убил кого-то. Давайте, ребятки, все по очереди подходите. 17 киллов у меня. Где вы все? Давайте. Не трусьте. Смиритесь со своей участью. Так где же все? А что, интересно, на 6 можно ставить? Ой. Чувак, зря. Надо было меня стрелять. Он АФК какой-то. Ты какой-то АФК. Хорошо, он будет отвлекать. Фига себе, побежал. Как он так быстро убежал-то? Я знаю, как лучше. Блин, я его... Какой, смотрите, какой. Обалдеть, ну это мастер. Нифига себе, у него звездочка. Я хоть убил? Да, я его убил. Почему я не могу его убить? Он что, бессмертный? Стреляю, стреляю, он не умирает. Чувак, ему помощь нужна была. Бездушный. Вот этот нифига себе, смотрите, какой. Его убьет кто-нибудь этого джамшота? Ох ты же, елки. Эй, а где твоя голова? Блин, я, кажется, потерял голову. Прикольно, мне понравилось. Надо тоже снайпером быть. Снайпером проще. А, ну все. 20 киллов, 14 раз я погиб. Новый теорема младший рекорд. Давайте продолжим. Классно. Награда. Что тут есть вообще интересного? Инвентарь, то есть тут можно что-нибудь купить. Так, ну не знаю, с крысами. А что еще тут можно купить? А, магазин, давайте оружие посмотрим. Ближний бой. Пистолеты. Крутые.
пистолеты. У меня револьвер, мне кажется, нормальный револьвер. Дробовики также. Снайперки. Нужен четвертый левел, но вот, допустим, АВП можно было бы взять. Пулеметы также, автоматы. Как вы думаете, какой действительно круче? Дробовики. Ну ладно, я, ребятки, с вами прощаюсь. Хочешь больше видео, ставь палец вверх. Ух ты. Будут обязательно донатики потом. Если будет палец вверх, будут и донатики, ребята. Обещаю. С вами Дарья, иди, пока-пока.